Una grande la ritorn Лоутронда, женщина, ртунда, петельник. На этих уникальных кадрах 22-летней давности король казахского вальса Шамшик Алдаяков. Камеры запечатлели жесты и привычки великого композитора еще в 1991 году. Это единственный телевизионный материал о прославленном композиторе. Больше с ним интервью не записывали. Казахты, жалпы, бүткіл Казахстандағы Шамшин сүйетін казахты. В киноархивах был, на телевидении нет ничего. До этого не снимали, не приглашали, вообще живой кинохроники не было. И поэтому в 1991 году я сделал всего 50-минутный фильм. Телеген Ахметов тот самый режиссер, которому удалось записать интервью с великим Шамши. Продолжить съемки не позволило здоровье народного композитора. Режиссер признается, в 50-минутной картине он пытался показать настоящую жизнь короля казахского вальса. Честь играть молодого Шамши Калдаякова выпала юному Шамши Калдаяк Калдыбекулы. Мне режиссер рассказал, каким был Шамши. Я приложил максимум усилий, чтобы быть похожим на него. Композиции Калдаяковой по сей день поют лучшие артисты страны. Его творение «Красавица из Тамды», «Ах, ярки, ах, жаях», «Черные очи» и «Белый сокол мой» до сих пор любимы народом.